находимся в городе Луга. И это закрытие сезона 2021 года. Сегодня 11 сентября. Колонна мотоциклов огромная. То есть все, что мы видим сейчас спереди, сзади в 3 раза больше. А погода 23 градуса тепла, солнце. Нас сопровождают ГАИ. Сегодня мы не возносим никаких цветов, не посещаем никаких кладбищ. Сегодня мы просто едем, катаемся по городу и на поляну. Там можно переночевать в палатках. Будет музыка, еда и пиво. Как-то несправедливо 3, 4 и 5 сентября на фестивале в Выборге было 12 градусов, а 11 почему-то 23. Хотя и город Луга находится на 300 километров, наверное, южнее. Открытие и закрытие в городе Луге проходит уже лет 20, наверное. И горожане настолько привыкли к этому мероприятию. Что ни у кого не возникает никаких сомнений, что это необходимо. Это уже часть городской жизни. Много людей приезжает из Питера поддержать Луга Моторс, мотоклуб. Президент Луга Моторс Рома Зорин
Москва Моторс проводит еще междугородный, международный мотофестиваль «Штоль», которому примерно 10 лет. Но, по-моему, уже даже 11, по-моему, даже 12. Рыночная площадь, рынок, знаменитый Лужский вокзал. Там, кстати, музей, пушки, танки, ракеты стоят. Во время войны здесь проходил Лужский оборонительный рубеж. Город воинской славы. Очень старинный, как мы видим теперь, с красивым асфальтом город. Причем асфальт положили совершенно недавно. В общем, и до Луги дошел асфальт. Если вы заметили, в колонии в городе Луги никогда не бывает отсечки, просто она здесь не нужна. Зато есть фотографы.
поехал селиться в гостиницу. Все туда, блядь.